Итак, всем привет, мы продолжаем проходить Amnesia Machine for Pigs. Так, в прошлый раз мы тут остановились с вот этим местом, где наш главный герой извращенец не наблюдал, хотел пойми за кем. Ужас, короче, блин. Так, посмотрим, что у нас там. Так, поход тайный. Потайной. Тайнее некуда. Йо. Тут за картинами может кто угодно за мной следить, в натуре. Тут все заперто. Окей. Тихо. Чё здание так колбасит? Я надеюсь, тут этой отзывы хрени не будет из-за оригинала, блин. Похоже на жвачку. О, все. Окей, мы пришли в другую часть здания, назад я вернуться уже не могу. Ладно. Какой-то длиннющий коридор, блин, ё. Бежать, ё. Момент. Я кучу в управлении перенастрою. Так, все. Это, походу, хрюшка была. Где-то. Так. В общем, дела у нас совсем паршивые, я скажу так. Непонятно вообще, куда идти. Чёрт, блин, стоим мы. Двери все заперты. Тут вниз нет, вниз я не хочу. Я вообще вниз сейчас не хочу. Абсолютно пока. Давайте пока верхний этаж обследуем. О, записка, отлично. Так, дневник Эдвина, так, короче, так. Папа больше не разрешает нам играть с животными, мы играли в прятки с Куком, а он пришел и накричал. Мы как раз хотели спрятаться за Мишкой и Волчуном. Кук сказал, это из-за оружия. Оружие? У них еще оружие было? А ну, оно же... Но ведь он всегда разрешал помочь ему с полировкой. Значит, дело не в этом. Как бы то ни было, в той комнате есть привидение. О-о-о. Если попасть туда ночью, можно услышать, как они передвигаются в стенах за шкафами. Судя по звукам, они часто осержены. Наверное, поэтому можно услышать, как они гремят цепями, хлопают дверями и все такое. Ну и ладно. Нам там все равно не нравится. Не нравится. Да, не нравится. Мне там тоже не нравится. Я туда не очень хочу, да, вообще. Отстой, блин. Отстой. Просто отстой, мать вашу. Хоть и лампа бесконечная. Это успокаивает. Но и, так сказать, игра из-за этого теряет много в атмосфере. То есть не придется искать масса, батарейки или еще какую-то херню. Да. Ужас, пошлятина. Куда? Ладно, ладно. Чё-то мне это говно не нравится, серьезно. Блин. Нафиг. Нафиг свет, нафиг, нафиг. Так. Так, мой собеседник говорит так, будто знает меня. И я сам вроде бы вспоминаю его. Мы как близнецы, разлученные после рождения. Наши судьбы непостижимо переплетены. Я будто утопающий пытаюсь выплыть на поверхность в собственном доме. Во тьме подо мной я знаю скрыта великолепная архитектура. Не надо лишь отыскать вход. Блин. Так, хаюшки, хаюшки, хаюшки не нужны пока, не нужны. Это только на... Блин, твою мать. Блин, ну ладно, я туда пока не пойду. Блин, тут, блин, вот основной минус этой игры, это вот то, что... Пока вот то, что единственное вижу. Это первое, нету инвентаря, нифига никакого. Второе, это, то есть, упростили освещение. То есть, тупо не надо искать масло, как в первой игре, или трутницы. А просто лампа бесконечная. Ну да, это запруто. Плюс куча запертых дверей, блин. Как бы я не знаю. Хочется посмотреть, что там, а там даже подергать нельзя за ручку.
ваша мать. Тут что-то реально страшное произошло. Скрипка. Пианино. Или фортепиано, не знаю, я все имя их путаю. Ну, вроде пианино. Черт, ну это столовая, да? Всякие приборы столовые. Каминчик. А уже ее дернуть нельзя? Нет. А, вон, открытая дверка. Значит, наверное, туда, скорее всего, побежали. Если это вообще они были. Не, туда я пока не пойду. Я сначала посмотрю, что там. Я знаю, любопытство сгубило кошку, но, блин... Так, если что... Просто бежим назад. Просто бежим назад. Тут заперто, да? Придетка это должно быть, да? Блин. О, ништяк. Хоть если что на улицу смотаю. Мандус, do you know me? Who are you? Where are my children? Trapped, Мандус. Far below us. The machine is fouled. It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me, I can help you release them. Restore the power, Мандус. Drain the flooding and restart the great engines. How? Where should I go? Hello? Hello? Дерьмово. Зашибись. Так, посмотрим, что на улице. Ух ты! Наконец-то реализовали нормально улицу. Стоебное место. Так, там открыто. Откуда, как мне туда попасть? А, вон там две есть, первый раз. Там нет ничего. Там вроде тоже что-то есть. То есть, я так понимаю, не туда, наверное, да? Ладно, давайте сначала здание обследуем еще. Окончательно, так скажем. Господи, что за БДСМ, блин? Так, ладно. Может, какие записки есть? Не хочется пропускать часть сюжета, так скажем. Если что... Да, мы вернулись назад. А, вот. И выход. Походу, очередной. Так. Тихо, тихо. Не надо шуметь. Там ничего. Точнее, задам другой вопрос. Там никого? Вроде никого. Так, венцо, короче. Давайте послушаем, что тут за аудиозапись. Я должен сказать, мой дорогой мальчик, ты выглядишь ужасно. Да, я... Я, кажется, взял что-то довольно мерзкое в Мексике. Я понимаю, что ты прошел. Меньше человек бы разрушился. Yet you have made all of this. Your great factory, your charities. It is a wonder for one man alone. It will all be made clear, Professor. But first, a drink. Окей, так, а там чего у нас? Ну, я так понимаю, это к выходу, да? Скорее всего. Ну да. Я сначала здание хочу. О, записка. О, надо все исследовать. Мало ли еще какие записки. Не хочу часть сюжета терять. Так, меня должен навестить известный профессор. Профессор. А? А, точка. Что за точка? Не понял, что, короче, как-то с орфографией тут глюки какие-то, может, иногда, ну ладно. Так, он придет подтвердить, что я в здравом уме после долгого отсутствия в клубе. Но я не груб. На самом деле, он придет шпионить для них. Когда они охотились на потрошителя, Уоджек-потрошитель, небось, его часто приглашали смотреть поезд и опознать попавшие органы. Чё, в натуре Джек-потрошитель? Теперь он собирается ко мне со своими оскаркиваниями и обхаживаниями.
со своими дорогой сэр, но вы же оскорбите и мельком взглянуть на ваше устройство. Но это торжество нашего века. Да что он знает о потере и о жертвовании? Ну, отказ. Отказ лишь разрушит осиное гнездо, увеличит целую толпу планов и воров. Нет, я должен развлечь этого фигляра. Податься его навязчивости. Может быть, стоит показать ему трибуху? Я не думаю, что ему стоит это показывать. Он тебя за психа примет, чувак. Посмотрим. Да, посмотрим. Может, покажешь. Сможет ли он, привыкший копаться во внутренностях неуклюжим, сделанных жрюх? Не, ну точно под Джека Потрошителя история. Черт, блин. Может, это спин-офф Джека Потрошителя? Шучу. Заглянуть в истинное устройство его золотого века. Может быть, стоит предоставить его Джеку или хотя бы его сыновьям. Джеку или вы хотя бы его сыновьям? Чего, Джеку? Ю. В конце концов, запоры на окнах были усилены, и игрушек у них теперь хватает. Чего, Джек-потрошитель, ю. Сам Джек-потрошитель. Офигеть. Чё-то мне вот эта запертая дверка нифига не нравится. Так, по ключам, так, свет не надо. Не надо свет. Тихо. Ящики заперты. После вечеринки она взяла меня за руку и сказала: «Ну, дорогой, как тебе удалось так быстро добраться из трофейной комнаты до гостевой ванной? Теперь все считают волшебником, моя дорогая Лилибет. В доме моего отца много комнат, что до моего, то в нем есть даже секретные комнаты». Окей. Как бы намекает, то что тут может кто-то следить за нами. Надо что-то посмотреть, может какие-то я найду, не знаю. Так, это не двигается. Чё, да нафиг, блин. Мне так спокойнее. Так, ничего, ничего. А! Я гений. Просто гений. А может, просто умный. Ух ты. Не, я туда не пойду. Не, давайте исследуем остальную часть дома. Давайте. Давайте. Я не против. Я не против. Я не против. Правда, какая-то сволочь закрыла дверь. Чёрт, я еще часть дома не исследовал. Блин, я хочу все исследовать. Мне эта игрушка нравится. Так, я тут что-то еще не исследовал. Какой-то коридор там был. Да, вон он. Посмотрим, что тут. Черт, блин, а. Два похода секретные, плюс еще на улицу. Черт. Может, не стоит сюда? Определенно не стоит. Заперто и хорошо. Я не против. Бабочки. Паучок. И спину бы сволочь в натуре. А, я могу двигать. Чёрт, муравьед. Так, ладно. Я медведя могу подвинуть. Не, не хочу, не хочу, не хочу. Не хочу нафиг. Так, Мишка. Чего твои маски? Мишку подвинуть можно? Ну-ка. Может сюда? Ух, ё. Сколько потайных походов, да тут это офигеть, блин, просто. Твою мать. Нет, я лучше пойду в ванну, честно. Тх. Блин, нафиг. Давайте съезжим через улицу. А, сюда я и не пойду, блин. Тут все заперли. Блин. А было открыто. Ужас, блин. Вот вроде. Вот вроде пока ничем особо не пугает. Ну, атмосферность, блин, присущая играм Frictional Games. Это, конечно, да. Да и Chain SRM тоже молодцы. Ладно, давайте сначала сюда. Ё-моё.
кого-то грохнули, что ли, походу. Так, я потушу свет. Мне так спокойнее. Там что-то есть или кто-то? Не знаю, блин. Спокойно. Спокойно. Чё, да я походу вернулся в это же долбанное место. Так, а что ты сделал? Отлично. Ладно. Чё-то опять тупики мышек. Вот бесит бесконечный свет, конечно. Так, я так понимаю, мне надо туда идти. А это что? А. То есть я могу туда что-то скинуть, да? Например, не знаю. Себя, что ли? Туда, походу, части тела кидали какие-то или какое-то еще мясо. Но я туда ничего скинуть не могу пока. Вроде бы. Ну да. Так, это я больше не могу трогать, да? Нет, не могу. Окей. Допустим, это хорошо. Я, правда, не уверен. Минутку. Тут вроде заперто было, там какая-то херовина лежала. Похоже, мы что-то выпустили. Именно ту самую хрюшку. Лосеночек. Лосеночек. Вопрос, куда он пошел? Так, туда я могу вернуться только если что-то сбросить, это да. Значит, мне остается одно. Идти к Мишке. К Мишке. Торопышке. Так, свет я, пожалуй, потушу. О боже, блин. Оно сюда вышло. Твою мать. Бля. Та самая хрюшка. Блин. Идем в комнату. I scrub and scrub, but the smell will not lift. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction? Твою мать. Дверь закрой, пожалуйста, закрой нафиг. Вот говно. Тут ничего нету, да? А, не, есть записка. Фу, блин, жесть. Сопер ночи придет к тебе поды в переднике до самых подокопыт. Стихи? Старшинки посали, окей. Стихи у меня желания сейчас читать нету, не в обиду, ребят. Не тот момент. Блин, самое обидное, я в шкафу, если что, не спрячусь. Это вот паушиво. Стой, блин. Хрюшка побежала туда. Так, идем медленно. Не торопясь. Чёртва хрюшка. Росёночек. Вопрос, в какую сторону он побежал? Куда эта сволочь побежала, блин? Я, конечно, могу бегать, но эта сволочь быстрая. Блин, не нравится мне все это.
Ух, как не нравится. Большое место, много коридоров. Бежать есть, конечно, куда, но, блин. Это чересчур. Тихо, тихо. Тихо. Так, что тут у нас? Так, мне кажется, только туда. Но если эта сволочь туда побежала? Блин. Как будто у меня есть вариант, мать вашу. Блин. Я не хочу туда, честно. Вот вообще не хочу никак. Ну, блин. Так, быстро не идем, ни в коем случае. Ни в коем случае. В любом случае тут что? Ладно, вентиль. Если что, куда бежать-то? Я тут никуда не знаю, куда бежать даже. Ладно. Я что-то сделал. Вопрос, что и что мне дальше сделать? Так, тут ничего, да? Ладно. Тут я еще пойти не могу. А жаль. Ладно, идем назад. Я, правда, не очень хочу. У меня такое чувство, что меня эта сволочь там поджидает. Так, выключим свет нафиг. Так, тихо. Все тихо. Все спокойно. Так, нафиг, я на улице. Какого хила? А, открылась эта хреновина, да? То есть я могу пойти там, отлично. Так, ну я сейчас уверен. Вот знаю ужастики, меня эта хрень там ждет 100%. Мне сейчас бежать, скорее всего, придется. У меня просто жопа это чувствует за километр. Еще. Спокойно. Не торопимся. Где эта свинина ходячая? Блин. И чё, все? Так, давайте-ка. От греха. Да. Так будет спокойнее. I'm off the market. I will cry all the way home. I will have none. I will have none at all. Ладно, ладно. Не надо мне тут мозги насиловать из-за этого. Блин. Опять сюда. Вообще можно уже часть закончить. Но, блин, я боюсь конец уровня. Так что давайте, наверное, до конца дойдем. Все открылось. Какого хрена? Не понял. Ну да. Я назад вернулся. А чё ж раньше эта вся фигня открыта не была? Вот случай. Ладно. Металл скрипит, сжимаясь при остывании. Должно быть, это та странная машина, которую рассказывали мне мой новый друг. Если мои дети обнаружили это место, вполне возможно, что они устремились вниз, восхищаясь своим открытием. Отлично, кажется, мой путь предопределен. Спуск начинается. Окей.
Спуск начинается. Ладно. Спуск начинается, мать ваша, блин. Ух ты. Масштабненько. Чё-то масштабность, конечно, пипец какая. Чё-то мне эти кайки не нравятся. Тут вот ничего. Да, вроде ничего. Ладно, фиг с ним. Куда дальше-то идти? Тут закрыто. В машину, что ли, садиться? А, не, хрен тебе, а не машина, блин. И чё твои маски опять? Да ты чё? Блин, когда конец уже уровня, блин? Накавка, блин. Чёрт, язык мой, лак мой, блин. Окей. Давайте осмотримся. Теперь я понимаю, что моя болезнь грязни идет под болезнь, которую я подхватил в затерянных джунглях храма. Их чистота, отсутствие мерзких следов человека впечатлялись в мою душу. Оставили меня беззащитным перед тем, что я вижу здесь. Страх. Вот что удерживает нас на месте. Величайший из всех страх паути и ее тлена. Я болен. Моему телу конец. Но я построю машину, которая удержит чуму и исцелит нас всех. Гойдет новый век. Блин, бедные мышки. Что ж, игра пока офигенно смотрится. Конечно, я говорю очередной, раз повторюсь. Че, я там небо вижу? Ладно. Основной минус то, что отсутствие инвентаря, и из-за этого будет меньше головоломок, скорее всего. То есть игра абсолютно, мне кажется, линейная. И ломать голову я вряд ли тут буду прям так часто. Это, конечно, основной минус, потому что вспоминая пиво амнезию и трилогию Пенумбу, там я часто мозги ломал. Плюс бесконечный фонарик, конечно, портит немножко атмосферу, но в напряжении игрушка держит, и атмосфера на высоте. Это, в принципе, самое главное. Так что да, на этом пока все. Всем удачи и пока.